Андрій, розкажи, будь ласка, як провів відпустки, де був? Ну, отдыхал за границей, был в Соединенных Штатах Америки, в штате Техас, провел там больше месяца уже, наверное, знаю. Хьюстон, наверное, как Кривой Рог. На машине там ездил, все дороги объездил, уже не путаюсь, скажем так. Поэтому очень понравилось, погода отличная. В океан, ну, в океане думал покупаться, но нет, холодная вода, как бы для меня. Хотя люди купались. Отпуск прошел отлично, на позитиве, повидался со всеми друзьями. Поиграли в футбол, ну как бы дома. Отпуск провел хорошо, в основном в семейном кругу со своей невестой, уже можно так сказать. Сделал предложение в отпуске, так что отпуск 2020 год для меня закончился хорошо. Вот. Слетали вместе в Египет, вот, а потом уже были там по-семейному с моими родителями, с ее родителями, вот, в Киеве как бы в основном были. Ну да, я поддерживал форму, но я залечил немного сначала свою травму, у меня была она в конце сезона, потом начал потихоньку тренироваться в зале тренажерном, бегал на улице там как мог, ну и, ну конечно, было тяжеловато, потому что одному всегда тяжелее, чем с командой, ну как-то пытался, поддерживал как мог. Держал форму, на тренировался каждый день. Ну, правда, днем я тренируюсь, вечером я гулял с друзьями, отдыхал, типа, позволил себе чуть расслабиться, тренировался в таком щадящем темпе. Но уже ближе к выходу сбор, в первых числах этого года, я начал уже полноценно готовиться к тренировкам.